Всем привет! Сегодня я делаю милейший домик для кошачьих. Приятного просмотра! Для корпуса дома пошла 15-миллиметровая фанера. Размеры можно увидеть на экране. Угол наклона диска для стен и примыкающих к ним торцов крыши я выставил на 28 градусов. А для вершины крыши вышел угол в 34 градуса. Перед тем, как собрать дом, я на каждой из деталей с лицевой и задней части выбрал фрезой паз на 4 мм, в который в дальнейшем встанет окно и задняя стенка. Ножки я сделал из березовой доски, распустив ее на 40 мм под 45 градусов по одной из сторон. Напилил их на каретке под высоту 200 мм и склеил попарно, стянув малярным скотчем. Полу добавил 4 полосы из 18-миллиметровой фанеры. К ним в дальнейшем будут крепиться ножки. Торчащие полосы выровнял копировальной фрезой.
Осталось сделать наличники. Из той же березовой доски я нарезаю ламели толщиной 4 мм. После того, как они отшлифованы и нарезаны в размер, я устанавливаю окно и заднюю стенку и приклеиваю наличники на столярный клей. Осторожно, высокий уровень мимими. Будьте готовы. А на этом все. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока!